Мирон очень любит поезда и попросил меня, чтобы обратно в Москву мы поехали именно на нем. И я решила исполнить его мечту. Да еще как! Я забронировала для нас целое купе. Мирон был в полном восторге. Ехать нам 12 часов, и мы взяли с собой только самое необходимое. Перекус, игрушки, сменную одежду и средства ухода. А чтобы в поездку не брать разные тюбики для себя и Мирона, очень удобно иметь такие средства, которые подходят и малышам, и взрослым. Например, молочко для тела Липикар от La Roche-Posay. Ну а теперь можно спокойно ложиться спать. Кстати, Мирон будет впервые спать на отдельной полке. Надеюсь, наша поездка пройдет отлично. Увидимся в Москве!